Звуки рояля наполняют зал, играет мастер, юная публика внимает. Начинающие артисты себя уже проявили. 10-летняя Лиза Лукьянова – одна из лауреатов направления эстрадно-джазовый вокал. Ну, у меня есть мечта, чтобы когда я выросла, я стала знаменитой на весь, на всю Россию. Участники приезжают в Самару со всей России. Фестиваль уже 7 лет помогает зажигать новые звезды. Когда придумывала арт-сессия, хотелось, чтобы ребята приезжали сюда не просто как на рядовой фестиваль. То есть вот они выступили, получили дипломы, и на этом все закончилось. У арт-сессии потрясающие призы. Мы сотрудничаем с высшими учебными заведениями не только Самары, но и Москвы. Победители фестиваля получают возможность продолжить свое музыкальное образование в московских консерваториях и школе «Новые имена». Валерия Макарова, Максим Гусев. События.